зовут Дарья Балкатя. Сегодня я прочитаю вам первую половину лекции «Половины безопасности». Вторую часть будет читать Задворный Андрей. Наша лекция будет состоять из следующих разделов. Это факторы лавинообразования, классификация лавин, прогнозирование лавинной опасности, в том числе тестирование снежного покрова. А вторая половина лекции будет состоять из правил передвижения по лавиноопасным склонам, действий при сходе лавин и поиск пострадавших и откапывания их. Что такое, собственно, лавина? Лавин — это неконтролируемый ход снега по свойствам сходен с током воды. Соответственно, к нему применимы достаточно многие законы, действующие на поток. Что нужно для образования лавины? Для образования лавины необходим, собственно, снег, лавинное тело. Нужен склон, по которому она может катиться, и никуда без гравитации. Соответственно, если в одном месте собрались три этих фактора, то вероятен исход лавины. Соответственно, к факторам лавинообразования мы их условно можем разделить на три части. Это состояние снега, рельеф и погодные условия. Начнем с состояния снега. В качестве нескольких пунктов можно выбрать исходную форму и размер частиц. К механизму образования снега можно отнести кристаллизацию из пересыщенного парами воды и воздуха и последующий рост кристаллов. Снежинки по международной классификации делятся на десяток типов. Их там, запоминать большой необходимости нет, просто нужно иметь в виду, что в зависимости от погодных условий, скорости кристаллизации, скорости потоков воздушных может образовываться снег совершенно разными свойствами. Формирование снежного покрова может происходить разными способами. Ну, первое — это падение снега без ветрия. Важными факторами является объем выпадаемого снега, плотность снежинок, и также в зависимости от температурного режима и типа частиц может формироваться слой снега с различной плотностью, с различными, соответственно, свойствами. При выпадении же снега, сопровождающегося ветром, формирование снежного покрова значительно усложняется. Образуются надувы на типа карнизов при движении ветра поперек гребней. Может происходить загрузка как над ветреной, так и под ветреной стороны склона, в зависимости от скорости ветра. Происходит метелевый перенос снега, вследствие чего образуются области с более плотным снежным покровом, а области с менее плотным снежным покровом выдуваются, могут туда практически до земли. Следующий слайд. На слайде приведен пример так называемых снежных заструбов, которые образуются вследствие метелевого переноса. Следующий слайд. И здесь образованный снегом карниз, достаточно характерный его вид. Все эти вещи могут являться причиной образования лавины. Далее, очень важной частью формирования лавины является метаморфизм снежного покрова. Его существует несколько типов, мы сейчас сильно глубоко вдаваться в теорию не будем. Я вам просто приведу, скажем так, определение каждого из типов. Изотермический тип метаморфизма — это упрощение формы первоначальных снежинок из-за термодинамической нестабильности поверхности. То есть у нас термодинамическая система стремится к идеальной форме шара. И происходит массоперенос воды с выпуклых частей и заполнение впалых частей, что приводит к упрощению структуры.
Далее, температурно-градиентный перенос связан с возникновением градиента по температуре в снежной толще. Этот градиент может возникать по различным причинам, как из-за перепадов внешней температуры, из-за солнечной радиации, из-за того, что у меня снег выпал на теплую подстилающую поверхность и так далее. Подобный массоперенос может приводить к образованию новых форм вот такого типа вот частиц. Они могут образовывать слабый слой внутри снежной толщи, который будет являться границей между той частью снега, которая сойдет с лавиной, и оставшейся на поверхности земли снегом, который никуда не уйдет. Вот. Следующим типом метаморфизма является метаморфизм таяния замерзания. Ну, тут все достаточно просто. При перепадах температуры у нас часть снега может таять, образовывать сцепки на границе снежинок и, соответственно, приводить к уплотнению либо к разрушению некоторых частей. И последний тип метаморфизма — это динамометаморфизм. Ну, пожалуй, для понимания самый простой. Это изменение снежинок вследствие воздействия внешних сил. В частности, это уплотнение снега под собственным весом. Следующей частью факторов лавинообразования мы разберем термический режим и таяние снежного покрова. Большое влияние на образование снежного покрова является температурный режим. Его можно подразделить на несколько, опять же, типов. Это конвекция воздуха, перенос тепла с восходящими и нисходящими потоками воздуха. Теплый воздух поднимается у нас по законам физики вверх. И, соответственно, если у меня есть градиент по температуре в снежной толще, например, холодный снег и внезапное потепление снаружи, может этот воздух переносить влагу и усиливать либо ослаблять слои в зависимости от характера этого образования. Далее солнечная радиация. Большое количество энергии поступает на снежный покров вследствие прямых солнечных лучей. При этом в зависимости от поверхности снега процент поглощаемых лучей может сильно меняться. От 20% поглощения до практически 80% в случае, если снег увлажнен или загрязнен по поверхности. И, соответственно, вследствие поглощения снега происходит таяние. Вода может, достигая поверхности либо обледенелой корки, либо поверхности земли, стекать под действием силы тяжести и подмывать снежный покров. Вот. И последней частью этого пункта у нас является турбулентный теплообмен. Это теплообмен непосредственно между снежинкой и воздухом. То есть поглощение тепла из воздуха. Так, и немножко по этой части выводы. В районах с частыми и сильными снегопадами при высокой температуре создаются условия для быстрого уплотнения снежного покрова. Малое количество выпадающего снега и низкая температура благоприятны для интенсивного округления и температурного метаморфизма, приводящего к образованию частиц снега по форме напоминающих шар. В районах с сильными ветрами и резкими колебаниями погоды формируется неоднородный слоистый снежный покров с ветровыми и ледяными корками, что создает различия в интенсивности процессов метаморфизма в слоях снежной толщи. Так, следующей важной частью нашей лекции является изучение влияния рельефа на возможность образования лавин в данном месте.
одним из важнейших факторов является крутизна склона. Угол наклон склона – важная переменная величина, поскольку в зависимости от крутизны склона у нас образование толщины снежного покрова может сильно варьироваться. Так, наиболее подверженными сходу лавин углами наклона являются диапазон от 25 до 45 градусов. На склонах меньшей крутизны возможен редкий сход лавин очень большой массы. Как правило, это мокрые лавины. На склонах крутизной больше 45 градусов снег, как правило, надолго не задерживается, и там могут сходить лавины достаточно часто, но они маленького объема. То есть накопление снега на подобной крутизне происходит редко. Также большое значение имеет конфигурация склона. На неровных склонах возникают напряжения сжатия и растяжения, обусловленные изменчивостью скорости течения снежного покрова и в зависимости от угла наклона и пространственной неоднородности высоты, а также плотности и вязкости снега. Так, на выпуклых участках у нас происходит растяжение, зачастую даже разрывы снежного покрова, а на вогнутых участках происходит сжатие. При этом наиболее вероятен отрыв лавины в областях выпуклого характера склона. Неровности рельефа, находящиеся под снегом, могут создавать эффект так называемых якорей. То есть они усиливают сцепление снега с почвой, создавая хороший эффект в плане сложности отрыва снега от поверхности. Но при этом следует учитывать, что при подобных формах рельефа возможен отрыв лавины ниже якоря за счет возникновения напряжения растяжения под рельефом. Большое значение имеет экспозиция склона. Отношение экспозиции склона к положению солнца, а также к направлению ветра. На теневых склонах северо-западной и северо-восточной экспозиции снежный покров получает незначительное солнечное воздействие и уплотняется достаточно медленно, вследствие чего лавинная опасность на склонах подобной экспозиции сохраняется дольше. Склоны же юго-западной и юго-восточной экспозиции находятся на солнце дольше, соответственно, вследствие получения ими нагрева из-за радиации происходит уплотнение, и вероятность схода лавин на подобных склонах может снижаться. И по отношению к направлению ветра необходимо быть внимательным к подветренным склонам. Кулуары, овраги, крутые участки могут усиливать лавиноопасность. Эти формы рельефа значительно способствуют накоплению перенесенного ветром снега и уплотнению его с наветренной стороны. И по всему вышесказанному можно сделать следующие выводы. Необходимо использовать рельеф в своих интересах. Например, отдавать предпочтение наветренным сторонам хребтов, избегать подветренных склонов. И, находясь на дне долины, нужно не забывать о возможности наличия лавиноопасных склонов над вами. Можно попасть в лавину по следующим причинам. Если не обратить внимание на небольшое, но критическое повышение крутизны склона. То есть вы двигались по достаточно пологому рельефу, небольшой участок с крутизной с большей. На этом участке вполне может сойти лавина. Путешествие по пологим склонам, на котором находятся более крутые склоны, можно получить падение снега со склонов, которые не просматриваются. То есть, двигаясь, например, по ущелью, нужно понимать, что, возможно, где-то по верхам есть склоны, выброс которых может приходить на безопасный вроде как участок.
Можно не заметить изменений снежных условий, вызванных солнцем, которое приводит к таянию снега в ветрах, и в связи с изменением экспозиции. Следующий пункт нашей программы – это погодные факторы. Можно заметить, что большинство естественных лавин сходят во время либо сразу после снегопадов, поскольку снежная толща не способна долго выдерживать на склоне значительное количество снега, топившего за короткий промежуток времени. Погода в очень большой степени, даже по сравнению с остальными факторами, влияет на устойчивость снежного покрова. Рассмотрим каждый из приведенных пунктов. Во-первых, осадки. Осадки у нас могут выпадать в виде снега и в виде дождя. Дождь имеет тенденцию сильно ослаблять склон, вызывая большое увеличение веса без увеличения объема. Соответственно, при выпадении дождя вероятен сход лавин в ближайшее время. Далее, температурные колебания. Изменения температуры могут вызвать изменения снежного покрова вследствие метаморфизма, то, что мы уже сегодня ранее рассматривали. Также температурный режим значительно влияет на скорость уплотнения снега. Разница температур может приводить к ослаблению связок между слоями снега, и большое значение имеет изменение температуры во время снегопада. Если вначале шел холодный снег, а потом потеплело и температура снега увеличилась, то у нас получается нижний слой образован частицами округлой формы, а сверху выпал тяжелый теплый снег. Соответственно, верхний слой у нас получается тяжелым, а нижний слабым. И большая вероятность в этом случае схода лавин. И последним погодным фактором, который мы рассматриваем, будет ветер. Большое значение имеет направление ветра. При этом нужно принимать во внимание, что скорость ветра от 7 до 10 метров в секунду вызывает накопление снега на наветренном склоне. При скорости же ветра более 10 метров в секунду снег переносится на подветренный склон. Чем сильнее ветер, тем ниже по склону будет накопление снега происходить. Метелевый перенос вызывает неоднородность снежных покровов. Ну что ж, сегодня оговаривали. И последним фактором, который нужно принимать в внимание, является высота над уровнем моря. Находясь в горах, нужно понимать, что с каждым набранным метром у вас температура снижается, что находясь здесь, нельзя прогнозировать, какие у меня условия будут, поднимись мы немножко выше. Также нужно учитывать, что на одной высоте может идти дождь, выше может идти снег. Собственно, и все. И следующий слайдик – это перечень типичных погодных условий, способствующих неустойчивости снежного покрова на склоне. Это большое количество снега, выпавшее за короткий промежуток времени, сильный дождь, значительный ветровой перенос снега, продолжительный холодный и ясный период с последующими интенсивными снегопадами. Снегопады сначала холодные, потом теплые. Сильные колебания температуры. Быстрое потепление с переходом через ноль. И продолжительные периоды с температурой близкой к нулю. Дальше мы рассмотрим с вами, какая информация может нас уберечь от попадания в лавиноопасные зоны. Одним из достаточно явных признаков лавинной опасности являются геоботанические признаки лавинной опасности. Их можно подразделить на несколько типов. Нужно иметь в виду, что лавины, сходя, уничтожают в первую очередь деревья с слабой корневой системой, с неглубокой. Это в основном хвойные деревья. Ель, фихта, сосна и так далее. Поэтому
поэтому в зонах с частыми сходами лавин преобладают мелколистные породы в гнезденной форме. Это можно встретить, например, в хитвинах, это карликовые березки, стелющиеся всякие породы и так далее. Далее это поврежденные сломанные деревья. Сход лавин вызывает характерные сломы деревьев по ходу движения лавины, а также несимметричную форму кроны. То есть, увидев на склоне деревья такого так выглядящие, можно сделать вывод, что здесь относительно недавно сходили лавины. Кроме того, лавинные выбросы имеют тенденцию таять дольше, чем остальной снежный покров из-за уплотнения, и создают в зоне отложений микроклимат. Его можно заметить только при достаточно тщательном изучении. Это более позднее цветение, это преобладание более северных видов растений в зонах отложения. Но при этом необходимо учитывать, что эти признаки переоценивать не стоит. Если лавины сходят раз-два в столетие, то данные признаки могут, в общем-то, отсутствовать. И на слайде проведена картинка, где достаточно четко просматривается вынос лавин разной давности, то есть разной частоты. То есть красненьким отмечено то, куда лавины сходят часто, зеленым, где лавина была достаточно долгое время назад, то есть часть растительности успела восстановиться. И желтым отмечено, где деревья уже успели вырасти до достаточно большой высоты, что характеризует участок, на котором последние лет, там, ну, по крайней мере, 5-7, куда лавины не приходили. Вот, и далее мы посмотрим немножечко классификацию снежных лавин. Классификаций существует огромное количество, как в российской, так и в иностранной литературе. Мы сегодня с вами рассмотрим первые две из указанных классификаций. Это по морфологии снегосбора и пути движения, и по состоянию снега и пути движения. Классификация Тушинского. По его классификации лавины делятся на осовые. Это лавины, где отрыв и скольжение снежных масс происходит со всей поверхности ровного склона и не имеющего четко выраженных эрозионных борозд и врезов. То есть это достаточно большое пространство, лавины большого объема и представляют достаточно большую опасность. Далее это лотковые лавины. В этом случае снежные массы двигаются по фиксированному руслу. Вот здесь снимок из Хибин, где склон прорезан такими ущельями эрозионными. И лотковые лавины, к ним относятся также лавины из денудационных воронок и лавины из деформированных ледниковых каров. Эти лавины характерны тем, что у них определенная достаточно четко ограниченная область распространения. И, соответственно, подобные опасные места можно выбрать для них путь обхода. И так называемые прыгающие лавины. При наличии на пути движения лавины участков с вертикальными стенками или с очень крутыми, возможно свободное падение снежных масс. Соответственно, такие лавины называются прыгающими. И для каждого из выделенных типов лавиносборов рассматривается три вида лавин по состоянию снега. Из сухого метелевого и снежных плит, из влажного старого и из мокрого фернового снега. По состоянию снега и характеру движения также можно разделить лавины. Это лавины из сухого снега. К ним относятся полевые лавины, характеризуются высокой скоростью до 350 км в час. При этом для человека большую опасность представляет
наличие большого количества мелкой снежной пыли в воздухе, что осложняет дыхание. В такой лавине большинство погибших умирают не от того, что их засыпало, а от того, что в процессе движения им просто нечем было дышать. Вот далее снежная плита. Это пласт мелкокристаллического снега, образованного вследствие метелевого переноса, с высокой плотностью до 600 кг на кубометр, который расположен на поверхности менее плотного снега, соответственно, поверхности слабого слоя. Такие лавины могут развивать скорость до 200 км в час. И такие лавины имеют четкую аркообразную линию отрыва. Высота отрыва на самом глубоком участке может достигать нескольких метров. Следующий пункт это относится уже к лавинам из влажного и мокрого снега, это лавины-источники. При сильном увлажнении снега возникает перегрузка в точке, и каплевидное начало лавины от какой-либо неровности склона, например, от скального выступа, который нагревается солнцем, может вызвать лавину. Скорость такой лавины, как правило, не превышает 120 км в час, но они опасны другим. Из-за того, что снег мокрый, при движении он разогревается еще больше, и далее при остановке смерзается практически монолитную массу. Выкопать человека из такой лавины представляет большую сложность, и зачастую люди погибают от удушья, поскольку такой плотный снег плохо попадает в воздух. И сверхмокрые лавины, так называемые гидронапорные, они представляют из себя гибрид лавины и селя, может включать в себя части рельефа, камни, песок, грязь и так далее. Проходит, как правило, поздней весной при накоплении большого количества мокрого снега. На этом мы по классификации лавин закончили, и у нас осталось буквально совсем чуть-чуть от моей части, это прогнозирование лавин, тестирование снежного покрова. Существует несколько способов определить, является ли в данном конкретном месте склон лавиноопасным. Наша задача в этом случае понять, при каком усилии у нас может произойти сход лавины и на какую глубину он произойдет. Для того, чтобы выполнить тест снежного покрова, необходимо первым делом выкопать шурф. Что такое шурф? Это нам нужно освободить для изучения снежный склон на глубину от метра и до поверхности земли копают шурфы. То есть нам нужно получить вертикальный срез, не разрушенный. Это обычно выполняется при помощи лавинной лопаты. Вот. Выкапывают борозду с вертикальным участком снега. И самый простой тест, который можно провести, это берется нож, либо пластиковая карта, ставится вертикально и прорезается склон. По силе сопротивления при движении, чувствуется достаточно хорошо рукой, можно понять, где у нас есть в снеге уплотнения, где есть слабые слои. И, исходя из этой информации, можно понять, на какой глубине, например, находится слабый слой, на глубину которого может сойти снег. Вторым по популярности тестом является компрессионный тест. Для того, чтобы его выполнить, также роется шурф, и по размеру лопаты вырезается вертикальный прямоугольный участок снега. Как правило, прорезают либо специальной снежной пилой, либо достаточно удобный вариант, можно репшнуром прорезать. При этом очень важно не повредить сам исследуемый участок. И далее выполняется по 10 ударов разной интенсивности.
Первый, самый легкий, так от кисти. Выполняется 10 ударов. Если какая-то часть сошла, значит мы считаем, что у нас на эту глубину крайне неустойчивый снежный покров. Если разрушение происходит при движении от локтя, то мы считаем, что снежный покров также неустойчив. Если же рушится при ударе от плеча, значит мы считаем, что у нас относительно устойчив покров. Если разрушения мы добиться не смогли, значит склон достаточно безопасен. При этом следует учитывать, что мы при данном исследовании изучаем данный конкретный участок склона. У меня немножечко изменится крутизна, немножечко изменится экспозиция, и уже этот тест нам абсолютно бессмысленен. Для другого участка необходимо проводить новый тест. И следующий, так называемый бонзай-тест. Наиболее из приведенных трудоемки, поскольку нужно выкопать достаточно большой шурф, выполняется подготовка прямоугольника шириной 2 метра, глубиной 1,5 метра. Выполняется тест на лыжах. Человек, заходя по диагонали сверху по склону, ставит лыжи параллельно одной из граней, верхней, и выполняет следующие действия. Если блок сдвигается, когда только подготавливается наш куб, значит склон крайне неустойчив. Из всех приведенных пунктов, если первые 5 исполнили, значит мы считаем, что склон лавиноопасен. То есть может сдвинуться блок, когда человек, стоя на нем, резко сгибает колени, то есть без подпрыгивания, просто усилия дал. Далее, когда подпрыгивает один раз, и когда подпрыгивает 2 раза. То есть до этой границы мы считаем, что у нас склон лавиноопасен. Если блок сдвигается, когда человек несколько раз подпрыгнул с большой силой, приземлился, уже считается склон менее лавиноопасным, в принципе, пригодным для движения с осторожностью. Если же разрушение блока добиться не удалось, то можно сделать вывод, что данный участок у нас достаточно устойчив к сходу лавины. И необходимо при проведении всех этих тестов учитывать, что если у меня происходит разрушение верхних слоев на небольшую глубину, то есть 15-20 сантиметров, то сход подобной массы снега не может причинить больших неприятностей и, в общем-то, пригоден для передвижения. Ну, в общем-то, на этом моя половина закончена. Я передам слово. Вы, если есть вопросы, сами задавайте, пожалуйста. В принципе, кому тема интересна, можно написать мейл, и я полный текст могу скинуть, потому что я некоторые части пропускала, чтобы не вдаваться сильно в теорию. Давно занимаюсь альпинизмом, поменьше, чем кратко, но уже лет 6. Я прошел в школу инструкторов по альпинизму, как и Катя, она уже инструктор, я пока нет, еще надо стажироваться, но закончил курсы спасения в горах, жетон. Также несколько лет ездил в Хибины на зимние сборы, поэтому у меня есть некоторый опыт хождения по возможным лавиноопасным склонам. Вот. И достаточно давно провожу тренировки по лавинным занятиям. Ну, хотелось бы своим опытом поделиться. Пока, слава богу, в лавины я не попадал, поэтому у меня опыт в основном не попадание в лавины. Надеюсь, у вас будет такое же.
вот что вам следовало, в частности, в предыдущей части лекции вынести, это вот то, что у нас есть склон, на склоне есть снег. Значит, это лавиноопасный склон. Потому что даже все, множество есть факторов, и все их, даже если учитывать, даже очень опытные лавинщики, все равно 20% лавин, они не могут определить. То есть все там лавинщики думают, что не лавиноопасный склон, и все равно бывают случаи, когда он оказывается лавиноопасным. Но в связи с тем, в связи с этим, второй пункт, основной, который тоже вам из лекции надо будет вынести, самый надежный способ выжить в лавине, это в нее не попадать. Потому что даже если у нас есть лавиноснаряжение, там, мы умеем им пользоваться, у нас там аптечка есть, связь, все равно лавина движется быстро, там есть шанс не задохнуться, есть шанс поломаться, и самое надежное — в нее не попадать. Ну и также последний пункт важный. Не стоит рассчитывать на помощь извне. Вот вы идете, допустим, на восхождение. Если случилась лавина, то не стоит рассчитывать, что вот там приедут спасатели там, на снегоходах, или там лавинщики, или еще кто-то поможет. Время очень решающий фактор играет, важную роль. И, как правило, живыми откопать лавину могут только члены своей группы. Поэтому рассчитывать в первую очередь стоит только на них и, соответственно, готовиться сообразно этому. Ну вот, да, хотелось бы узнать, какой контингент здесь собрался, кто был в зимних горах. Кто занимается альпинизмом, фрирайдом? Понятно, много фрирайдеров. Я в основном ориентируюсь, правда, на альпинистов, потому что у меня нет, как у Кати, горнолыжного опыта, она инструктор по горнолыжам. Я в основном буду ориентироваться на пеших участников, которые без лыж. Но больше для них рекомендации. Но все равно это, скорее всего, всем будет полезно. В первую очередь, нужно нам определить, когда мы выходим из дома, там, какие склоны лавиноопасны, куда стоит, вообще не стоит суваться, какие там чуть менее возможно. И вообще, какая ситуация в районе, стоит ли вообще куда-то планировать выходить. В первую очередь, во-первых, можно послушать сводки лавинщиков, если они есть для этого района. Также верный признак, если вы ходите из дома, там, или из палатки вылезаете, или из пещеры с утра, и увидите, что куча сходов лавин, вчера там сыпал снег, и вот там лавина сошла, и причем на склонах той же экспозиции, куда вы собираетесь. Это вот признак, что лучше сейчас подождать пока, пусть они еще подсходят, все устаканится, потом уже что-то пытаться сделать. Пойти на эти склоны. Также опасным фактором является недавняя метель, потому что она мало того, что приносит снег, также ветром переносит массу снега, образуются карнизы, переносит снег на подветренный склон. Тоже пока это не слежится, лучше на эти склоны не ссылаться. Мокрый снег на достаточно крутых склонах тоже легко сходит, в частности, следующий слайд. Еще. Вот пример. Кто-нибудь в Бизингах был? Популярный летний район для альпинизма. Там вершина Урал, там вверху теряется. Это вот ледовый склон, потому что есть веревок льда. С Катей как раз этот маршрут шли. С утра вышли, по этому склону прошли, где-то до обеда, часов до 10 даже, наверное, вышли, там дальше на вершину, обратно. А когда проходили здесь, уже после полудня, уже все это сошло. То есть снег еще чуть-чуть подогрелся под воздействием солнца,
подтаял, и все это стало сходить маленькими такими лавинками. Ну, тут видно, даже приличными лавинками. Чуть назад, не так свалил. Ну вот, еще. И также, когда вы идете уже по маршруту какому-то, следует обращать на звуки. Глухие звуки при движении. Возможно, лежит снежная плита, плотная. И когда по ней как бы при шагах ударяете, гулкие звуки, глухие. Это ну, признак снежной плиты, которая может обломиться и сорваться вместе с вами. Тоже на это обращайте внимание. Вот, в частности, в Хибинах, там несколько лет назад более простые маршруты ходили, а там, старшие разрядники, старшие разрядники пошли в Хибинах, вот лавины кулак, так называемый, они здесь планировали сходить крутой маршрут, пятерку, лесенка, поставили палатку, пошли на подход сюда, чтобы начать обрабатывать маршрут. И слышат уже там гулкие звуки, да, потом в какой-то момент там что-то вроде зашевелилось, они подумали, нафиг надо, и развернулись, и решили не суваться в кулак, потому что реально очень большая масса снега, и неизвестно, чем это кончится, потому что хоть у них и было лавинное снаряжение, рисковать лучше не стоит. Они свернулись, пошли там, полазали на других скалах, потрайтулили. Хороший пример того, как стоит поступать и не рисковать излишне. Предыдущий слайд. Ну да, то же самое, просадка говорилось, и растрескивание снега. То есть, если видно, что уже трескается, значит точно суваться на этот склон не стоит. Еще дальше. Соответственно, на это обращаем внимание постоянно, то есть внимательно следим, то есть склон со снегом, на все это смотрим, прислушиваемся. Вот. Ну и прежде чем вообще суваться в лавиноопасный какой-то район, где есть снег, значит, обязательно обзаводимся лавинным снаряжением. Еще несколько лет назад у нас в клубе как-то не особо было принято с биперами ходить в Хибинах, не у всех они были. Вот последние лет 5 более-менее у всех биперы есть. И я считаю, что это очень правильное продвижение, но вообще сейчас, мне кажется, повышается уровень половины грамотности и фрирайдеров тоже, и альпинистов. Обязательно не только иметь снаряжение, ну и уметь им пользоваться, а то бывает купить-купил, а купить как пользоваться не успел. Ну, обязательно отрабатывать работу с ним, потому что в стрессовой ситуации, если сойдет лавина, а у вас это не отработано до автоматизма, вы кучу времени потратите, кучу усилий, потратите зря, там будете лишние суматошные движения делать. У вас должен быть четкий план, что вы будете делать. То. И сможете менее опытным его донести. Обязательно, чтобы у вас была аптечка. Ну, это, в принципе, если альпинизм занимаетесь, даже не относится к полену, всегда должна быть. У вас должна быть связь либо со спасателями напрямую, либо у вас там как-то группа поддержки должна быть. То есть в рамках мероприятия это УБ, с которым там связь каждые 2-3 часа. Но при этом, в данном случае, если 2-3 часа интервала между связью, надо понимать, что может повести, не повести, и лавина сойдет там после связи. И эти 2 часа не стоит ни на кого рассчитывать, все надежды только на свою команду. Ну и оцениваем лавинную ситуацию, консультируемся с лавинщиками. И не суемся в горы, когда лавиноопасная ситуация возникает там после снегопада. Следующий слайд. Если мы вышли на склон, который еще оцениваем как достаточно лавинобезопасный, но все равно там на нем есть снег,
или нам нет выхода, все равно надо к нему двигаться, надо выбрать оптимальный путь, наименее лайноопасный. Один из вариантов – это вот двигаться вдоль по краю рельефа, то есть не вот кула идет, не прямо по самому кулу, а по самому краю вдоль скал. Там гораздо меньше шансов, что перегрузите склон, чем если будете идти по середину снежного кожи. Либо по краю леса. Хоть лес и является там достаточно хорошим якорем, ну, все равно не стоит считать себя в полной безопасности, если вы находитесь там в лесу, все равно на склоне снежном, все равно возможно сход лавин. В частности, вот у фрирайдера бывают такие ситуации, ну там не лавин, ну да, и лавин сходит в лесу, бывает в менее густом, и там фрирайдеры бывают, попадают в воронки рядом с деревьями, и там их тоже там проваливаются там, на метр-два, и их тоже там сложно копать. Вот. А если по открытому склону необходимо двигаться, можно двигаться по месту, ну, вдоль недавно сошедшей лавины, потому что по самой ней достаточно сложно, скорее всего, будет идти, потому что там нагромождение снега, он может быть там мягкий, пока и более-менее. Но вот здесь не очень хорошо, если реально там лавина опасный склон, то не стоит очень близко идти, потому что, в частности, чем больше мы нагружаем склон, то есть если много народу в одной точке стоит, ясно, что они с большей вероятностью продавят склон, и он там оторвется и с ними съедет. Если опасный склон, желательно большое расстояние выдерживать между отдельными людьми, тогда меньше градусов склон нагружается и гораздо безопаснее получается. Следующий слайд. Да, соответственно, чтобы склон не подрезать, рекомендуется двигаться по вертикальной линии. Но при этом все-таки не очень хорошо, когда вы на одной линии находитесь. Желательно, чтобы, если это не короткий участок, вам нужно вертикально пройти, чтобы группа стояла, как бы, ну, допустим, предыдущий слайд. Ну вот. Группа, допустим, стоит здесь, а человек вертикально поднимается там по лавиноопасному склону в стороне от нее, чтобы если не очень широко лавина сошла, чтобы он не прямо над группой находился, а группа была в более-менее безопасном месте. Следующий слайд и еще следующий. А, ну и, соответственно, перед выходом на склон, который мы оцениваем как не совсем безопасный, не забывайте вынимать темляки из палок, потому что ничего хорошего не будет, если вы в лавину попадете с палками, привязанными к рукам, она может где-то застрять, и вам руку там может оторвать. Просто когда вы, если остановитесь в лавине вместе с палками, и они у вас, как якоря, будут вас держать там руки, и вы не сможете им пошевелить. Но также рюкзак, если у вас большой, тоже он сильно вам затруднит какой-то там попытки вылезти из снега. И так как с него-то нелегко, а с языком вообще да, на скиа. Поэтому пояс расстегиваем, лямку чуть освобождаем, чтобы, если что, тяжелый рюкзак взять на скинуть. Ну, то же самое, что и ледорубы касается. Если вы в лавину попадете с ледорубом, который у вас на санстраховке болтается вокруг вас, там, да, очень неприятно может там оказаться. Ну, вот, по поводу того, где проходить лавиноопасный склон, ну, вот это зона зарождения, транзита и отложения. Самое безопасное, конечно, в зоне отложения здесь проходить, потому что если что-то там оторвется, есть шанс, что либо она до нас не дойдет, либо мы успеем в сторону как-то убежать. Самое опасное, конечно, так сказать, в зоне зарождения. Следующий слайд. Ну вот это один из склонов в Хибинах. Там вот многие маршруты, ну точнее, один из первых маршрутов, как правило, у нас наших новичков проходит. Единичка на Тахтер-Мучор. Сюда.
Шекспириала геодезности. Да. Погребено. А спускаются как-то? Больше не ходят, так? Потому что очень лавиноопасно. Ну да, вот здесь вот большая масса снега накапливается, и в принципе она, даже если не здесь вот вместе с лавиной вызвали лавину, она сама здесь может оторваться и выкатиться сюда и попасть на группу. Я так понял, у нас сейчас ходит здесь вот погребня, да. погребня, и вот гребешь голос. Следующий слайд. Ну, если нам нужно пересечь какой-то кулуар, зачастую такие ситуации возникают, переходим по одному, аккуратно, то есть собрались в одном месте, безопасном, куда лавина не может прийти, и один человек переходит, желательно быстро, аккуратно, и можно немного вниз, чтобы чуть быстрее это происходило. Если возможно, можно полезно здесь сделать станцию, страховку, только желательно не натягивать перила, а нижнюю страховку мы сделать, то есть, чтобы если сорвет лавину или лавина там сойдет, чтобы его как бы маятником там прибило к борту кулуара. А если мы здесь перила натянем между двумя станциями, то так и будет там в лавине болтать. Вот, может быть, и обе станции снесет, потому что за большой парусности нужно большую нагрузку. Обязательно поддерживать связь. То есть бывает, что там был как раз случай, что один человек пошел, был туман, там ничего не видно. Один человек пошел, там, дошел до конца, там, крикнул, его услышали, пошел следующий, не дошел до конца, там что-то у девушки развязался там, шнурок, она стала завязывать шнурок, пошел, не дожидавшись, третий человек, и когда они там вместе встретились там, на склоне, они вызвали лавину, потому что перезагрузили склон вот, и уехали вместе. Поэтому обязательно поддерживаем связь, либо по рации, там, либо голос. Следующий слайд. Это вот еще один маршрут в Хибинах, так называемый отвод, тоже по второму чугу здесь вершина. Мы там года три назад были с напарником, больше четыре, по-моему, первый маршрут, первый на Хибинах. Мы там были в марте, в принципе, более-менее прошли хорошо маршрут, но в целом там достаточно много было снега. В оригинале маршрут идет по синей линии, сюда, сюда и вот здесь. По гребню, мы так вышли. А после нас, соответственно, в апреле группа питерская группа значит, пошла на этот маршрут. Вот здесь вот они ушли по прямой на снежные поля. Вперед ушел там, то есть инструктор был позади, вперед ушел там, менее опытный участник, там, может, новичок, так сказать, не очень опытный. И вот он ушел сюда на снежные поля. Отсюда сошло снежное поле и скинул их всех сюда вниз. Тоже не дошло жертв. Вот. Все из-за того, что они шли с более безопасного пути, более там, может менее простого, из-за того, что там по дуге, там по скалам надо лезть. Но зато более безопасно, потому что там нет массы снега над ними висящими. Не надо стоять на склоне со снегом. Следующий слайд. Ну вот это состояние этого маршрута у нас, как оно было в марте. Соответственно, вот, сначала вот вылезли сюда, потом сюда, вышли на поля, не хотели вот здесь вот кулак пересекать. Здесь собрали станцию, нашли лед, пересекли вот здесь вот кулакчик такой сюда. Страховка я перешел, и дальше по гребню пошли сюда. Все более-менее закончится, хорошо. Следующий слайд. Ну, тут еще одно резюме, то, что я говорил. Ну, да, вот, обязательно оценивайте, насколько здесь безопасно, и может стоить повернуть назад. Потому что зачастую нас там подгоняют либо сроки, что вот
уже там 3 дня осталось, да, тут начался снегопад, и великое искушение подумать, ну ладно, там денек сейчас подождем, и ничего, уже можно будет там сбегать маршрут. Ну, вот. А в реальности лучше даже как раз дня 3, чем другим позаниматься. Ну, вот. И не рисковать зря, по здравым рассуждениям, отказаться от маршрута в опасной обстановке, довольно опасно. Следующий слайд. Ну вот, теперь про, в целом про поведение при исходе лавины. Если уж мы не доглядели, вышли на склон, который оказался довольно опасным, может, не было шансов этого определить. Значит, первое, что мы должны сделать, попытаться как можно речь оттуда уйти. То есть, если вы начали проходить кулар, и у вас сошла лавина, пытайтесь как-то быстро выпрыгивать, там, выгребать в сторону борта кулара. Действовать нужно резко, потому что там мгновение все решает. Если вы лыжный фрирайдер, то, соответственно, хороший вариант это не пытаясь там траверсом в бок уйти, да, а сразу, если вы хорошо стоите на лыжах или в борде, набрать вертикальную скорость, потому что лавина только оторвалась, и у вас есть, особенно если вы как бы на спуске спустили лавину, у вас уже есть скорость, лавина только начала двигаться, да, у нее маленькая скорость. Лыжи легко направляете вниз, разгоняетесь, набираете скорость, и потом уже в сторону уходите из-под лавины. Это так в теории. На практике уже это работает. Да, на практике, да, у многих это работает. Следующий слайд. Да, обязательно кричите. Не когда лавина остановилась, а в момент отрыва. Во-первых, чтобы все заметили, что сошла лавина. У них есть шанс уйти из нее, из-под нее. Там, да? Во-вторых, чтобы все заметили, что вы попали в лавину, надо, во-первых, ну, позаботиться о своей безопасности, а потом следить за вами. Потому что их задача после этого, если их, они в лавину попали, смотреть за вашим движением, за вашим... как вы двигаетесь с лавиной, в каком направлении. И заметьте последнее место, где вас было видно. Вот. Это гораздо сильно упростит поиски. То есть, чем если бы просто сошла лавина, тогда обернулись, тут где-то был Вася. А где он там? Куда она ушла, эта лавина? Где его последний раз видно было? Придется весь склон прочувствовать. Ну вот. И, соответственно, опять, как я уже говорил, освобождаемся от палок, ледорубов, рюкзаков тяжелых. Ну, вот. И стараемся держаться на поверхности лавины. Совершаем какие-то там плавательные движения. Потому что, во-первых, если вы находитесь на поверхности, вам легче дышать, у вас видно, и у вас есть шанс, когда лавина становится, быть на поверхности тоже, соответственно, дышать, и вас быстрее заметят. Если не получилось все-таки оставаться на поверхности, и вас туда затянуло под снег, старайтесь защитить руками лицо от снега, не наглотаться снега. Хорошо, если вы, ну да, когда лавины, ну, опасный какой-то участок пересекаете, хорошо натянуть баф или маску, чтобы, если что, от снега защитить рот, нос, не дышаться снегом, не наесться. Да, стараемся сгруппироваться, чтобы вас не сильно болтало в лавине. Ну да, и, соответственно, если чувствуете, что на поверхности, пытайтесь дышать. Следующий слайд. Когда лавина останавливается, у вас еще есть какое-то время, во-первых, пошевелиться, потому что если она остановилась уже, через какое-то время она станет замерзать, и град начнет становиться гораздо плотнее. Ну вот, у вас есть шанс пошевелиться, во-первых. Если вы видите свет, хорошая фишка – это сделать удар в направлении света. То есть вы видели свет, там, махнули, попытались руку удара. Возможно, вам удастся пробить как бы, ну, снег, и ваша рука окажется на поверхности, вам там, может, легче дышать будет, и вас заметят. Только если это не тот свет. Все равно надо пытаться.
Да, старайтесь в пост, ну, когда лайн остановилась, пошевелиться, либо просто вздохнуть. Потому что если на выдохе вас сжало там, вам гораздо сложнее будет дышать в дальнейшем. Кричать уже бесполезно, когда там закопаны достаточно глубоко, но потому что вас почти не слышно. То есть вы будете слышать, там, когда над вами там, в метре ходят, а вас почти не будет слышно, не тратите на это силы особо. Вот, вам стоит экономить силы, стараться сохранять спокойное дыхание, но и надеяться на подготовку ваших товарищей, что они быстро вас найдут и откопают. Ну, вот, а для этого нужно, соответственно, чтобы у них было снаряжение лавины, и они умели им пользоваться. И не растерялись ситуацию. Но другой вариант, если попали не вы, а кто-то из вашей группы, из соседней группы. Ну, вот, соответственно, следим, где видно человека, да, то есть вот здесь оторвался, вот здесь один человечек остался, вот, он, значит, следит за направлением движения человека, где его видно в последний раз. Соответственно, ниже этой точки можно, надо будет искать, ну, начинать поиски, то есть если в последний раз его было видно здесь, то в этом районе можно не искать. И это место, соответственно, нужно засечь визуально по ориентирам. То есть вот последнее место, где увидели, он заметил, что направление этого камня. Соответственно, поиски ниже попадения воды, как правило, стоит искать. То есть вбок его меньше шансов, что унесет. Следующий слайд. Это вот график выживаемости в лавинах, но надо понимать, ну, видно, ну, от времени. Значит, первые 15 минут шанс выжить примерно 90%. Хорошие шансы, да? Но надо понимать, что это от 100%, которые были живы на момент остановки лавины. Потому что где-то половина гибнет в процессе движения лавины. Там переломы, там черепно-мозговые травмы и все остальное. Но поэтому шансы уже становятся не 90%, а всего лишь 45%. Но все равно 45% уже неплохо. Поэтому вам нужно ориентироваться именно на эти 15 минут. И тренироваться так, чтобы в первые 15 минут откопать, ну, всех страдавших. Для этого нужно хорошо готовиться. Следующие 30 минут, ну, это 15 минут. Как правило, то есть человеку есть еще чем дышать в лавине, он снег, это не вода, сквозь него можно дышать. Проблема начинается после 15 минут, потому что зачастую образуется от дыхания ледяная корка, ну, вот, которая препятствует дыханию. И вот если она образовалась, то уже хорошо, если это 30 минут. Если этой корки не образовалось или удалось там человеку ее там разломать, тогда, соответственно, еще есть шанс продержаться до 2 часов. Соответственно, это уже там 20% или исходных 50-10% всего лишь. Вот. А дальше совсем невеликие шансы. Из этого всего следует, что, ну, 15, максимум 30 минут у вас есть более-менее шансы человека откопать. Поэтому все нужно делать быстро. Следующий слайд. Соответственно, сошла лавина. Мы определяем, значит, кто у нас, кто-нибудь пропал вообще или нет. Может, лавина никого не зацепила. Определяем количество пострадавших. Сколько мы ищем. Заботимся о собственной безопасности, потому что если одна лавина сошла, не значит, что не сойдет следующая. Если обязательно назначаем кого-то, который будет следить за склонами выше и предупредит, если пойдет еще одна лавина. И вам сразу нужно определиться, куда вы будете сваливать, если пойдет еще одна лавина. Как правило, это по диагонали вниз, то есть, чтобы уйти в сторону зоны, как бы, транзита лавины, там, положения. Ну и вниз, потому что это вниз легче бежать, чем траверс. И, значит, определяем, сколько у нас есть человек. И при этом
важно тоже не сделать ошибку, если его не отправить кого-то там за помощью спасателя. Допустим, у вас связь не скоро по рациям, не стоит там, если у нас там 6 человек, один попал в лавину, двух послать на поиск, ну, за спасателями, да, чтобы да, там они сейчас на снегоходах приедут, нас спасут. Нет, всем нужно искать уже сразу в лавине. И определяем зону поиска, чтобы не искать в тех местах, где его не может быть. То есть, во-первых, как при любых спас-работах, важно единое начало. Наиболее подготовленный, который морально устойчивый человек, должен взять на себя эту функцию, это сильно повысит на выживание станции по вашу половину, если кто-то будет всем руководить, чем если каждый будет делать, что он считает нужным. Соответственно, он назначает, кто следит за склоном, кто связывается со спасателем, если есть сразу такая возможность. Кто достает биперы, кто достает лопаты, куда складываем грузовики, где ищем. Следующий слайд. Ну, соответственно, спасателям, если у нас есть возможность быстро с ними связаться, сообщаем только четкую информацию. У вас это должно быть в голове. Это 5W, если по-английски. Это вот что, то есть что произошло. Who, кто, с какой группой случилось НС, кто попал в лавину. Where, где, то есть четко обозначить район, место, где произошло, какой маршрут, какой склон, when, когда, то есть сейчас это лежит там 3 часа прошло, им тоже это обязательно нужно знать. Ну еще сколько человек по лавину, и бывает важно знать погоду вместе спас-работ, то есть какие у вас метеоусловия, там может прилететь вертолет, там легко ли вас найти. Добавлю что-то. Первый передается спасателям информация, где случилось несчастье, потому что зачастую звонок начинается с того, что «Ой, мой друг Ваня, там беда», и в этот момент связь прерывается. Спасателям первым делом нужно понимать, где нужна будет эта помощь. Поэтому первостепенно передается место. Соответственно, где и что? Кула-рат-кола, лавина, 2 человека в лавине, там 3 человека ищут, делают поиски, час назад, метель, ну все. Значит, оцениваем вероятность схода лавины, и встанем наблюдателей, распределяем задачи, ну, то есть то, что делает. И определяем зону поиска. Следующий слайд. Соответственно, я надеюсь, у всех в данном случае будут биперы. И все тогда переключают. Биперы в режим поиска, во-первых, чтобы искать, а во-вторых, чтобы не сбивать остальных. Бипер, он же лавинный датчик. Небольшой девайс. Они все работают на одной частоте. Вот. Соответственно, у них два варианта работы. Ну, точнее, ладно, три. Выключен, включен на передачу, да, и включен на поиск. Они там с хитростью какой-то обычно переключаются. Вот. Причем на поиск он. С поиска на передачу он переключается достаточно легко. Щелк, ударили по нему, все, на передачу. Это нужно для того, чтобы, то есть, когда начали поиск, да, переключили в режим поиска. Все ищут, тут лавина. Все переключают в режим передачи и убегают от нее. И если они тоже попадут в лавину, они будут в режиме передачи. Им гораздо спокойнее тогда будет. Также в некоторых передатчиках есть функция автоматического переключения в режим передачи. То есть если у вас в режиме поиска вы были, вот, вас закопало, он сам переключится в режим передачи, когда он на месте пролежит там 3 минуты. Это полезная функция. Значит, переключили в режим поиска, чтобы не пресекался сигнал. Потому что если мы там одного человека ищем, а кто-то один остался на передаче, он будет постоянно нам мешать, мы будем постоянно к нему поворачиваться, говорить, да вот же он. Вот. Чтобы этого не было, называем все на передаче.
электроника может мешать делать наводки, из-за нее будет неправильное показание по дальности или чуть-чуть по направлению. Поэтому все телефоны желательно в сторону положить тому, кто там будет связываться с спасателями. Также магниты могут влиять сильно, близко не держите там всякие магнитные девайсы, магнитики там. Бывает, там, у альпинистов есть фишка такая, магнитики для молотка, они тоже могут влиять. Держать их надо подальше, половину датчиков. Ну вот, в сторону убрали. Ищем датчики непострадавшего. В первую очередь, если нашли, откапываем голову и обеспечиваем ему дыхание. А потом уже все остальное. То есть, в первую очередь нам нужно, чтобы он мог дышать, потому что этим определяется вот, те 15 минут, как быстро у него появится возможность дышать. Тут же оказывается доврачебная помощь, еще даже когда он не полностью откопан, то есть можно его осмотреть, там начинать перевязывать. Ну и быстро эвакуируем в безопасное место, потому что может сойти еще одна лавина, он там на холоде замерзает, быстро эвакуируем. Следующий слайд. Ну, возвращаясь к поиску лавины, в частности, это вариант, когда у нас нет випера, где искать? То есть какие наиболее вероятные места поиска. То есть вот здесь человек исчез, вот так вот пошла лавина. Варианты. Где поворачивает лавина, то есть она делает изгиб, и там его может вынести, то есть накопится здесь снег, в идеальном движении, и там человек может в этой толще остаться. Если по пути есть камни какие-то, да, он может в них упереться, его там засыпать сверху снегом, и он там останется. Соответственно, там тоже вероятно. Нахождение его. Перегибе, то есть вот перегиб склона, там человек остался, тоже его присыпало снегом, лавина дальше поверх него проходит. И, соответственно, очевидное место — это в зоне отложения лавины. Соответственно, бывают плохие варианты, когда лавина откладывается в каком-то там, упирается в борт марины. То есть склон идет такой, да, а здесь осыпная марина. И сюда большая лавина засыпается, и как бы дальше не растягивается, и тогда там достаточно большие глубины получаются. Вот, там тоже можно искать. Если у вас есть лавинный датчик, то просто, если не очень широкая вот эта лавина, можно просто двигаясь, допустим, датчик мой конкретно, у него радиус действия где-то 50 метров. И если у нас лавина там 50 метров шириной, то за один проход по центру ее я весь склон прочешу. И просто пройдя сверху вниз с датчиком на поиск, я его сразу определю, сразу быстро найду. Если человек умеет пользоваться датчиком, там на площади 100 на 100 метров, его можно найти минуту за две. То есть примерно зону залегания. Так, следующий слайд. Ну опять же, да, алгоритм. Следующий слайд. Ну вот, теперь мы продолжаем про лавинное снаряжение, значит, лавинный датчик. Ну, какой у нас лавинный мак? Хотел было спросить лавинное снаряжение. Значит, первое, я уже сказал, лавинный датчик, да? Второе, лавинный зон, на самом деле, не щуп, потому что не щупаем, а зондируем инк. Третье, лавинная лопата и аптечка. Вот все эти четыре элемента должны быть, чтобы у вас были достаточно большие шансы человека откопать лавину, оказать ему помощь. Ну и, соответственно, полезные вещи больше, наверное, для фрирайдеров. Это АБС-система, ну и, может быть, Авалунг. Под вопрос. Значит, давайте и сейчас подробнее о нем расскажем, следующий слайд. Ну вот, это к вопросу о том, какое из этого снаряжения необходимо. Если у вас есть все это снаряжение, то среднее время поиска 11 минут. Если
вы сэкономили на щупе, то вот вы найдете место за 2 минуты там, да, где примерно лежит человек, и начнете копать. Но копать, возможно, вам придется там 2 на 2 на 2, 8 кубометров снега. Это очень дофига. Ну, вот. А зонд вам позволит локализовать, где человек находится, да, и возможно определить даже, где у него голова и в каком направлении он лежит. Это сильно уменьшит массу снега, которую вам нужно будет перекопать. А если у вас нет лопаты, и вы копаете руками, там, касками, бордом, то это гораздо сложнее, потому что лопата хорошо для этого подходит, ей можно рубить плотный снег, отбрасывать там, в общем, гораздо эффективнее и работать, чем чем-либо другим. Либо там какие-то маленькие лавинные листы, ими тоже не особо эффективно работать, потому что у них нет длинной ручки, вам придется там, согнувшись, копать, тоже вы быстрее пробьете. Поэтому обязательно, если лавина опасные какие-то районы, обязательно иметь все снаряжение. Следующий слайд. Ну вот. Лавинные датчики, он же там лавинный трансресивер. Бывают аналоговые модели, уже сейчас достаточно старые, реже попадают, ну, редко попадают в продажу. И аналоговые цифровые. Аналоговый, он, ну, во-первых, они все работают на одной частоте. Вот, насчет этого не стоит переживать. У них большое время работы в режиме передачи, там порядка там, 100-200 часов. И на передаче у них одинаковая мощность. Значит, это не стоит переживать. Бывает вот, тут нету, маленькие такие датчики, которые работают только на передаче, но это не очень как бы честно по сравнению с, по отношению к остальным товарищам, что вас могут найти, а вы никого не можете найти. Это допускается только для снаряжения, чтобы его отметить. Вот, для важного такие передачи. Значит, рекомендуется покупать аналогово-цифровые трансресиверы, потому что они сами вычисляют направление и расстояние примерное до цели, вот, и сильно упрощают как бы, подготовку, меньше требует подготовки, и быстрее, в общем, с ними можно научиться искать. И там, буквально несколько тренировок с таким датчиком, я считаю, что и все могут там, научиться находить его за 3 минуты на площади 100 на 100 метров. Ну, вот. Стоят они сейчас там где-то тысяч от 13, наверное, до 25. И кто часто ездит в лавиноопасный район, советую приобрести. Следующий слайд. Значит, ну, у всех у них есть функция передачи сигнала, режим поиска. И они либо преобразуют аудиосигнал, если это аналоговые датчики, то есть мы просто, значит, если это был не цифровой, аналоговый, то, значит, мы его включили на режим поиска, и, значит, покрутились, значит, стоим на месте, он пип-пип-пип-пип, и в каком-то направлении он пищит громче, значит, в том направлении сигнал. Мы туда двигаемся, по мере движения у нас сигнал увеличивается там, да? Иногда еще доворачиваемся, чтобы найти еще больше максимума. И периодически мы загрубляем сигнал, чтобы не так громко он орал. И вот таким образом. А цифровые, они преобразуют всю эту информацию, все эти пип-пип, в примерное расстояние до цели и примерное направление. И у вас здесь есть стрелочка, и вы прям доворачиваясь, бежите, ну, двигайтесь на нее, и гораздо быстрее и проще происходит. Следующий слайд. Ну вот, это вот как бы конфигурация магнитного поля. У них бывает там одна или три, от одной до трех антенн. Как правило, сейчас все новые цифровые трехантенны. Ну, передают самая сильная антенна, как правило, там бывает прям. Вот такой вот формы поля создает датчик. Соответственно, из этого следует, что принимающий датчик, он будет показывать не напрямую на цель направление, а вот как-то по этим линиям, то есть там перпендикулярные, в общем, нужно постоянно следить за стрелкой и доворачивать ее. Не стоит, то есть посмотрели, ага, стрелка туда, и убрали датчик, бежали туда.
И также расстояние, это они показывают не в метрах, а примерно силу определяют сигнал. И вам главное следить, чтобы цифры эти постоянно уменьшались на нем. Тоже не стоит, соответственно, показал туда 30 метров, убрали датчик, побежали 30 метров. Но достали, он вообще с другой стороны. Постоянно доворачивайте, следите, чтобы цифры уменьшались там, вплоть до, троечки, условно говоря, на 3 метрах. Следующий слайд. Ну и такие полезные вещи. Индикатор заряда батареи. Тоже, соответственно, обязательно, чтобы у вас надежно работал, он должен быть заряжен. И когда у вас садится там датчик до 60%, надо менять батареи. Это вам тогда даст запас, что в случае попадания в лавину у вас будет заряженный датчик и на поиск, и на прием. У него там достаточно большой запас, даже когда они уже там сядут, но не стоит находиться там с экономить батареи и допускать там, что он садится ниже там, 50%. В общем, должен быть большой запас. И даже если вы приехали там, фрирайдить, катать там, на несколько дней, можно его вообще не выключать, чтобы. Ну, то есть, особенно большая ошибка, когда народ там покатался там и куда-то там отошли в сторону безопасное место, там, либо в кафе зашли и выключили датчики, там, прикусили, забыли их включить и потом поехали дальше, пошли дальше катать, а включить забыли. Лучше не экономить там эти час, а чтобы он был сам включен. Ну да, и самое важное, как бы. Как носить датчик? Датчик носится обязательно под одеждой, под верхним слоем. Во-первых, чтобы он не повредился. Во-вторых, чтобы он там меньше замерзал. И чтобы его не сорвало владение. Экранчик там, как правило, одевается так, чтобы он не повредился лицом к пластине или к животу. Еще, в общем, он вот так крепится, причем желательно не на ребрах где-то, а на животе, стрегулирует длину, чтобы он не мягкий карман был. Есть еще вариант убирать его в карман, если карман этот не накладной, а с прорезной, как бы и штаны с вас там не свалятся. Но в карман куртки не стоит убирать, потому что куртки бывают, стаскивают в лавине. Вот, а штаны, если или комбинезон какой-то, то можно, в принципе, и в комбинезон. Если, опять же, разрезной карман на молнии надежный. Одеваем под верхнюю одежду, чтобы его можно было быстро, если что, достать. То есть, если вы вот, там его упрячете, вы его долго будете доставать. Нужно что достать не быстро. Ну, соответственно, здесь есть шнур, который не позволит его потерять в процессе поиска, тоже важно. Да, предыдущий слайд. Да, значит, есть полезные функции мультипоиска, то есть когда несколько пострадавших попали в лавину, да, и если аналоговый датчик будет просто там говорить пип-пип-пип, как бы два сигнала постоянно вам передавать, может быть сложно достаточно на них сориентироваться. А здесь он будет выдавать указания, как бы, что больше, чем одна цель, и направлять у вас будет самый ближайший, там, самый сильный, с целью с самым сильным сигналом. Тогда вы сможете, как бы добежав до него, да, определить его место там, нащупав его щупом, нажать кнопку и отметить, что да, мы его уже нашли, и бежать искать следующего. Полезно тоже. Автоприключение, режим передачи тоже, я уже говорил, что когда лежит. Без движения через 3 минуты, там, 6 переключается передача, тоже хорошо. Ну, там разные функции. Еще пару слайдов вперед. Так. Ну да, значит, как ищем датчика? Теперь подробнее. Убрали все электронные девайсы, магниты, переключили в поиск. Следующий слайд.
Сначала, наша первая задача определить зону поиска и быстро найти первый сигнал. То есть вполне возможно, что вы когда включите режим поиска, датчик, у вас еще не будет сигнала. Тогда вам нужно определить зону поиска и прочесать ее наиболее эффективно. То есть вот у нас здесь полигон. И мы, если у нас есть два датчика, то и одним датчиком все это не охватывается, то мы разделяемся и идем параллельным курсом. Если вы идете сверху вниз, то есть вы наверху находитесь, половина человека унесло вниз, вам, оптимально, конечно, вам за один проход все это пройти. То есть не вот так вот вниз и вверх ходить, а за один проход. Следующий слайд. Тоже. Вот разные варианты движения. Значит, допустим, дальность вот этой модели примерно 50 метров. Соответственно, если я посередине, как я уже говорил, буду идти, я с большой вероятностью, в общем, любой сигнал, который в этой зоне находится, засеку. Если она шире, чем 40 метров, вот эти вот, то я буду двигаться зигзагом с шагом 10 метров 40. Чтобы у меня в этих двух точках было перекрестие сигнала, потому что, может быть, датчик пострадавшего в какой-то позиции, когда он слабее сигнал выдает из-за того, что антенна там не параллельно, условно говоря. Может, они где-то нежелательно находятся. Ну, вот, хороший, в общем, вариант для одного зигзагом двигаться. Если несколько человек, то они двигаются на расстоянии максимальной дальности самого слабого датчика. То есть у них бывает на прием разная чувствительность. То есть если какой-то бьет, принимает сигнал с 50, какой-то с 30. Тогда мы выстраиваемся через 30 метров, да, и прочесываемся так, чтобы все это перекрыть. Предыдущий слайд. Ну вот. И так мы двигаемся, пока не поймаем сигнал. Причем, когда кто-то один найдет сигнал, остальные продолжают движение. Не просто там бросаются и бегут к нему, а продолжают движение, что, во-первых, там кто-то кого-то еще найти, а во-вторых, с другой стороны, может быть, выйти на этот сигнал. И если в первой части первичного поиска мы двигаемся достаточно быстро, почти бегом, чтобы быстро найти сигнал, ну, постоянно при этом контролируя датчик, чтобы не пропустить сигнал. Но, то здесь уже, когда мы нашли сигнал, мы замедляемся, переходим на шаг, но достаточно быстро. И постоянно следя за экраном, расстоянием, выходим ближе к пострадавшему, там, когда до единиц метров. И когда мы уже вплотную подошли к пострадавшему, через два слайда, дальше, вот. Начинается так называемый пинпоинт. Значит, когда два датчика вблизи, уже у вас там будет показание 2 метра, да, и уже по стрелочке уже не найти его будет. Тогда используется такой способ. Датчик располагается параллельно склону, при этом в дальнейшем его нельзя поворачивать, иначе там все собьется. Ну, не собьется, но не точно будет. И начинаем двигаться крестом. То есть вот мы нашли примерно минимум сигнала, да, пришли 2 метра. Все. Зафиксировали датчик в одном положении, приседаем максимально близко к снегу, там, да, к поверхности снега, и двигаемся, следя за показаниями датчика. Они должны постоянно уменьшаться. Ну, допустим, там 2 метра, да? Меньше, там 1,5, 1,4, дальше 1,5. 1,6, 1,4 минимум. Вернулись до 1,4 и дальше двигаемся в перпендикулярной плоскости. Допустим, сюда 1,5, 1,6 увеличивается сигнал. Вправо 1,4 в обратно, 1,3, 1,2, 1, 1,2. Вернулись в 1. Все, это минимум сигнал. Сюда мы втыкаем щуп перпендикулярно склону. Там нашли минимум сигнала. Дальше, значит, пользуемся щупами. Следующий слайд. Дальше. Вот, один из двух.
представляет из себя трубку, соединенную шнуром, и расслабляется. Не стоит рассчитывать использовать какие-то там трекинговые палки, стойки от палаток. Они, скорее всего, не будут работать. Они долго складываются, не жесткие, и минимум, что мало реально сказать. Щупы, как правило, длиной от 2 метров и больше, рекомендуются от 2 и 4. Значит, материал алюминий, ну, стальной тяжелый, такие плексиглазы слишком хрупкие. Должен быстро раскладываться и надежно фиксироваться. Если он слишком короткий будет, вам придется при каждом там, проколе глубоко нагибаться. Поэтому рекомендуется там, 2,4. Потому что глубже 2 метров, в принципе, особо нет смысла срочно искать человека, потому что с глубины там, больше 2-2,5 метров очень долго человека откапывают, мало реально, там, если не огромная группа с лопатами. Ну, вот. В первую очередь ищем выше, чем 2 метра. Ну, значит, нашли минимум сигнала, воткнули туда перпендикулярно склону щупа. И, значит, на всю глубину щупа протыкаем снежную толщу и по ощущениям определяем, воткнулся он... Воткнулся щуп во что-то мягкое в человека, либо во что-то твердое, например, скалу там, да, это по ощущениям должно быть, в принципе, понятно. Человек достаточно мягкий, либо там рюкзаки, вещи. Вот. И, значит, из этой точки мы, если первым уколом не нашли ничего, мы начинаем двигаться, следующий слайд, по улитке. С шагом где-то 25 сантиметров, втыкая перпендикулярно склону. Вот. Как-то так. Если мы воткнули и там что-то мягкое, то щуп ни в коем случае нельзя вытаскивать, потому что в следующий раз он может куда-то в бок уйти, да? Этот щуп мы оставляем. Дальше дощупывать можно другими щупами, то есть определять, как человек там лежит. И, значит, когда мы уже там... Все, с этого момента можно начинать копать. На щупе нарисованы риски с расстоянием, да? Вот. И мы сможем определить, допустим, вот посюда он вошел. Посюда. Ага, там, 1,20 м. Следующий слайд. Ничего. Вот. Если склон крутой, то ищем мы... Ну, во-первых, копать не стоит прямо воткнули щуп, да? Не стоит прямо отсюда вниз вдоль щупа копать. Ну, вот. Как вы думаете, почему? Потому что там проводишь. Ну да, яма. Ну да, во-первых, неудобно будет, потому что будет образовываться яма, придется снег наверх выбрасывать. А еще? Забьешь его лопатой. Что? Забьешь лопатой. Ну, это не так важно. Важно то, что мы будем, когда копаем, мы топчемся над ним, да, и, во-первых, можем ему, там, если у него какая-то полость была перед лицом, то разрушить ее. А во-вторых, просто ему там очень будет неприятно, если по нему топчется, там, копая. Ну, в первую очередь, в общем, не повредить его, не помешать его дыханию. Поэтому мы отступаем вот это вот расстояние, если крутой склон, то одну длину щупа, если пологий склон, то полторы длины щупа, ну не щупа точнее, а вот глубины залегания. То есть если какой-то склон, то метра по склону не спустились и отсюда начали сбоку к нему подходить. Так, следующий слайд. Ну это вариант там поиска в шеренге, когда, ну это вариант, там, когда у вас нет биперов. И занимает много времени, это вот как раз вариант поиска, когда нет биперов, и ищем в зоне вероятного залегания человека. То есть там перед камнями, в перегибах, это достаточно много времени занимает, там в общем, если большой лавиной вынос, то там восьмером площадь там,
Силами менее чем 6 человек не проводится. Ну да. Ну там разные есть варианты. Правила ищут уже дело. Да. Это спасатели зачастую этим занимаются. Уже через день. Вот следующий слайд. Ну вот, один человек за 15 минут находит. С собакой 30 минут. 20 человек зондируя 4 часа. Тщательно зондируя, 16-20 часов, то есть не очень большие шансы у человека на выживание. У нас, ну, площадь 100 на 100 метров. Следующий слайд. Ну вот. Соответственно, отступили длину щупа в бок метр и начали копать. Значит, чем копать? Как я уже говорил, с этими касками, мисками не очень эффективно, эффективно лопаты. Здесь разные лопаты, пластиковые, металлические, пластиковые легкие, металлические надежные. Потому что металлической можно и плотный снег рубить, фирн там, со льдом, не боясь, что она сломается. Не страшно на ней делать снежный ярмарь, если вам нужно там дельфернуть. Хорошо, если у нее, ну, ручка, понятно, что лучше телескопическая, потому что с огромной ручкой неудобно катать или ходить в горах. Ну, вот, хорошо, если она подлиннее, тогда вам не придется, если коротенькая ручка, бывает, я видел там, такая тут совок лопаты и тут маленькая ручка. Вы тоже там замучитесь ее нагибаться, копать. Хорошо, если такая вот ручка, чуть длиннее. Ручки не очень удобно, если у вас рукавицы, если у лопаты Т-образная рукоятка там простая, вам не получится схватить, потому что в перчатках еще и нормально. Если нет там не специальной формы, то рукавицы не схватятся. Нужно по руке пробовать рукоятку, чтобы вам было удобно работать в том, в чем вы ходите. Соответственно, бывают Г-образные ручки, с ней можно и рукавица работает нормально. Следующий слайд. Ну вот. Если у вас есть силы, то хорошо сделать, и достаточно глубоко человек находится, V-образный раскоп. То есть сбоку подходите к шубу пострадавшему и продвигайтесь сбоку к нему. Спереди человек копает максимально интенсивно, максимально быстро в направлении пострадавшего. То есть он срезает склон и отбрасывает его назад. А сзади люди уже этот снег убирают и расширяют раскоп и как бы так клином продвигаются. И каждые там 30 секунд, желательно, чтобы отдельный человек был, кричит смена. И тогда все там, допустим, полчасовой стрелки продвигаются, меняются быстро. И лидер постоянно свежий. И он очень быстро копает, там, рубит снег. Ну, вот. И так постоянно меняясь, быстро можно продвигаться. Ну, соответственно, в первую очередь откапывают, не обрушаем воздушную полость, в первую очередь откапываем лицо и голову лицо. Можно щупом, дощупывая в процессе, то есть если есть свободный человек, он определяет, как человек лежит, где у него ноги, где голова, и копаем в голове. В процессе можно заворачивать. Как только голову откопали, сразу там очищаем, следующий слайд. Воздушную полость, значит, если нужно, начинаем искусственное дыхание, там, от снега, вот, и так далее, оказываем первую помощь. И готовимся там, если что, доставать, там, оказывать помощь, там, если есть свободные люди, там палатку ставить, еще что-то, если безопасное место. Готовиться к эвакуации его. Mm-hmm. Ну, вот, значит, разные варианты ошибок. Нет, наблюдатели, все там увлечены поиском, сошла лавина, ее никто не услышал, лавину засыпало уже там, вместо одного пострадавшего уже 5 пострадавших и один ищущий. Обязательно пути отхода, наблюдатель и четкую команду, чтобы все знали, по какой команде куда бежать. Вот. Слишком раннее прекращение работы тоже неправильно, если есть сила и не угрожает группе опасность, не стоит там бежать за помощью или отдыхать, надо искать. Сейчас, да, не уходим
не отправляем за помощью тех людей, которые могли бы прямо сейчас помочь откопать живого пострадавшего. Максимально все силы бросаем на поиск. Хаотично не ищем, потому что бывает, поискали здесь, там пару раз кальнули, поискали там пару раз кальнули, там поискали, в итоге ничего не понятно. Зондировать нужно планомерно и как бы, до конца. То есть хорошо, если нет випера, да, прочесали там одно место вот это, качественно прочесали другое место и как бы, так далее, чтобы знать, что там точно нет. Ну вот, тоже, как я говорил, щуп, когда воткнули, первый укол сделали, нашли пострадавшего, не вынимаем его из снега, потому что можно упустить и дальше непонятно, можно не попасть снова в него. При откапывании не стоим над ним, по возможности не обрушаем полость, потому что может не сразу откопаете его голову, и он там последние 2 минуты может задохнуться еще. Не обрушаем полость. Ну и, соответственно, там сразу надо оказывать первую помощь, очищать дыхательные пути, чтобы как можно раньше дать возможность человеку дышать. И начинаем СЛР. Ну и, соответственно, да, не реанимируем мертвого человека. Там, если у него явные травмы, несовместимы с жизнью, мы пытаемся реанимировать. Также по полости можно понять, как бы, если вы откапывали его там час, а полости у него нет, воздушной, или там корка образовалась, то значит он последние полчаса там не дышал. Ну и реанимацию тоже в то же время не стоит раньше прекращать, потому что есть как бы, поговорка, что человек не мертв, пока он не отогрет и мертв. То есть сначала нужно человека согреть, потому что на замерзшем человеке сложно определить пульс, там, дыхание. Бывали случаи, то есть, когда люди в холодной воде там, или ну, в лаине да, попали в лаину, и без воздуха достаточно долгое время находились, и за счет того, что там обменные процессы за холод замедлились, их через достаточно большое время реанимировали. Следующий слайд. Ну вот, и опять же резюмирую все. Любой склон, на котором есть снег, и где есть человек, он довольно опасен. Ну и как бы, даже без человека не обязательно быть триггером для лавины, чтобы она вас закопала. Есть возможность всегда, что выше вас сойдет лавина. В лавину лучше не попадать, потому что шансы все равно максимум там, 50%. И в первую очередь рассчитываем на свою группу и, соответственно, тренируем его так, чтобы не страшно было с ней ходить и катать в горах. Ну, вот и все.